сюда приехали и попросили убежище, конечно. Мы попросили работу, попросили все, что нам дали. И нам дали, и нам помогали. Трехразовое питание, еще раз повторяюсь, дали нам постели и все прочее. Ну, мы сегодня анкету заполняли, что там просим помощь об устроении деток уже, естественно, и нам, чтобы работу. Чтобы тут долго не засиживаться, как бы, на чужих продуктах, а сами себя, ну, если поможет нам с работой, чтобы мы сами могли себя обеспечивать. Подавать на статус беженца. Да, на статус беженца, потому что мы хотим остаться тут жить и работать. Бо тут как бы лучшие условия, чем на данный момент в Украине, и на данный момент там идет война, и неизвестно, что завтра будет. Потому что, как мы учили, и взрывы, и самолеты, и вертолеты, а что там происходит, никто не знает. А за эти два дня, которые вы здесь находитесь, насколько вот помощь, которая была оказана, там, она соответствует тому, в чем вы нуждаетесь? То есть в полном, как бы, объеме? Ну, мы довольны, в принципе. Yeah, he says that they are satisfied with the assistance provided. Thank you. Большое спасибо.